Ну, тут совокупность все-таки, совокупность обстоятельств. Вот. А мое было желание заниматься тем, чем мне было интересно. А было мне интересно заниматься актерством, вот, творчеством. Я с младенчества, с младенческих ногтей, ну, там, с класса пятого, наверное, четвертого, писал, сочинял, прикидывался, слушал там какие-то радиопередачи, ходил в театр, смотрел кино, мультики там и так далее, и так далее. И мне хотелось в этом существовать, мне хотелось туда, вовнутрь, мне хотелось создавать. И обстоятельства, к счастью, сложились именно так, как они сложились. Я по ходу, так сказать, своей жизни, в подтверждение правильности своего выбора, я встречал каких-то людей, которые, так сказать, мне, видя во мне эту способность, эти возможности, они мне давали как бы ступенечки, протягивали мне руку и так далее. И как-то все двигалось. И поэтому все сложилось так, как сложилось. Но если говорить то, о чем я мечтал быть счастливым. Я как бы по этому пути иду.